мониторим ситуацию. Смотритель кладбища или директор кладбища сказал, что снова появился медведь на кладбище, на новом. Ну вот один след. Вот второй. Но это не свежие следы. Где-то есть свежие. Опять новое кладбище. Пошел по могилке. Вот четкий след. Ну, не свежий, конечно. Это то, о чем мы говорим всегда. Не оставляйте еду. Она привлекает животного. Это вот, как я говорю, то, что он подъедает. Вот конфетки валяются, видно, где-то что-то съел, где-то что-то бросил. Поэтому, ну, вот о чем я говорю, что еду оставляют. Это привлекает животных на могилу. Очередной след. Опять же, по могиле прошел. Медведь, он пошел дальше. Везде смотрит, где что оставили.